Региональные власти увеличили возможности аграриев при получении субсидии на приобретение сельхозтехники и оборудования. Так расширен круг получателей, имеющих право на господдержку, и увеличен перечень техники и оборудования, часть затрат на которые можно компенсировать из бюджета. Уже в сентябре 2024 года аграрии региона смогут получить так называемую техническую субсидию не только на основные виды сельскохозяйственной техники, но и на машины и оборудование для внесения органических удобрений и уборки капусты, приготовления жидких удобрений и средств защиты растений, газопоршневые электростанции, автоматические подруливающие устройства и агродроны. А на оборудование для переработки мяса и производства пищевых продуктов поддержкой смогут воспользоваться не только кооперативы, но и другие сельхозтоваропроизводители. По решению губернатора Евгения Куйвашева в 2024 году на приобретение техники и оборудования аграриями из бюджета направлено более 500 000 000 рублей. Как пояснили в правительстве региона, благодаря ежегодной господдержке растут объемы производства и реализации аграрной продукции, снижается себестоимость ее производства, а расширение направлений субсидирования окажет положительное действие на темпы технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства в регионе. Напомним, в этом году свердловские аграрии направили на приобретение сельхозтехники более 2,5 миллиардов рублей. Большая часть из закупленных земледельцами зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, тракторов и автомобилей отечественного производства.